Стальной квад России, привет. Вот мы редкий друг. Приехал Сережка Розенков. Значит, сейчас покажем, что мы здесь попробуем с ним. Просто как бы он возмутился, то, что все закрывают, а он нет. На уровне полтора и второе. Побей, что это ты упираешься в упор. Ага, стой. Вот полтора. Это рабочий наш эспандер, который Илюша закрыл, который закрывал Кириллов на нулевом уровне. Вот сейчас попробует член команды «Русские богатыри». Много там осталось? Ну, как бы 5 миллиметров. Сейчас он сделает попыточку. 5 миллиметров. Уровень полтора. Насколько тяжело, Сереж? Ну, как бы, ну, нет. Тяжело? Тяжело. То есть на разы закрывать будет тяжко? Ну, я думаю, что да. Ребят, это не маленький человек, поверьте. Сергей Розенков участвовал в силовом экстриме российском при еще живом руководителе всего этого дела. Так, сделаю третью попытку, потому что мне кажется, было закрыто. Ребят, мы сейчас, вот я наведу, не буду видео останавливать. Вот она, что не уходит, вот она с поля зрения. Я к нему сейчас прикреплю, как всегда. У нас есть проверочный прибор. Видите, вот она. Это будет видно по пластилину. Он все выдержит, пластилин. И пластилин покажет, насколько все это было прожато. Или не прожато. Так, его ложить надо. Чтобы куда ручки-то упираешь? Сюда? Давай, или... держи. Ага. Все. Опа. Видите, ребят, тут такие дела. Значит, да, вот ты правильно упираешь. Это полтора. Это то, что закрыл Илья. Пробует очень сильный человек. Давай, пошел. Пошел. Так, показываем пластилин. Нет, чуть не дожал. Нет, миллиметра три. Да, ребят, тут, то есть фиксации нету точно. Тут миллиметра три. Это я так вот на уровне 3,5 борюсь. Как бы сейчас попробует еще раз. Но вы видите, то есть закрыть... А? Ну, тяжелый спандер. Тяжелый. Да. То есть дальше движение, как бы скажешь, ты вообще ну, не, точно не играет. Закрыт. Играет, ну, причем. Идет, играет, да. Вот вы видите, вот попытки. Как бы для группы, чтобы вы понимали, что такое уровень полтора. Ну, у нас есть ребята, вот уже на 4 раза закрывают. Илья закрыл на раз. Ну, есть мэтр, который, конечно, может это на десятки раз закрывать. Но, скажем так, он главный судья соревнований, это Кириллов. А все остальные мы участники. Так что, давай последнюю попытку. Потому что силы-то уходят, и уже вряд ли. Сейчас он разомнется еще чуть-чуть. Очень тяжело. А уже после полутора идет сантиметр. В общем, Богослов пробовал, там, говорит, пока стена. Совсем. Если это еще как-то играет, и вот он закрыл, и вы видите, как Сергею тяжело. Хорошо взялся. Давай. Нет. Все. Вот как бы последний раз, то есть то, что мы смогли сделать, да, это вот промялось, ну вот она, ну где-то до трех, то есть полутора уровня не был закрыт. Да. А Сергея Розенкова специально для «Стального квада России».